9 мая акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн. Всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году в виде виртуального шествия. Такое решение, как сообщает пресс-служба администрации Томской области, организаторы акции приняли в связи с эпидемиологической ситуацией. Принять участие в виртуальном шествии может каждый. Для этого необходимо заполнить форму с информацией и добавить фото родственника ветерана, а также свое фото на сайтах «Бессмертный полк онлайн», «Проект Банк памяти» или в приложениях в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Из этой базы автоматически будет создан видеоряд из фотографий участника войны и его родственника с символикой акции. Загрузить фотографии можно до 9 мая. Трансляция онлайн-шествия пройдет в День Победы в интернете, по телевидению и на медиаэкранах. По словам организаторов, это позволит людям пройти вместе с портретами своих отцов, дедов и прадедов в виртуальном строю. Впервые акция «Бессмертный полк» прошла 9 мая 2012 года в Томске. В 2013 она стала всероссийской. Ежегодно в ней участвуют миллионы жителей России и других стран.